Всем привет! Немного новостей с поляны и из-за периметра. На поляне нововведение. Лобное место будет теперь проводиться в помещении. Это хорошо, ведь девушки зачастили по врачам после переохлаждений. У Безуса и невесты его Татьяны опять 25. Алексей рассказывает, Таня решила, что ей лучше одной. И с этого дня начинается новая жизнь. У Тани будет отдельная личная жизнь. И у меня отдельное. Предложение руки и сердца не будет исполнено, и в этом нет ничего страшного. Мы остаемся друзьями, родителями. Мы так решили. Бывают и такие повороты в жизни. Безус оказался очень быстрым, он уже на поляне. Администраторы проекта подтверждают, Безус появился на Лобном. Катя Горина была в шоке от этих новостей, она не сумела сдержать своих чувств, любит его типа до сих пор и покинула Лобное. Вот некоторые комментарии зрителей. Дармоед, не может, наверное, найти работу. Вот и вся ее влюбленность в Кирилла. У нее есть чувства к Безусу, а к Кириллу нет, это очевидно. Повезло Афиночке, что организаторы не взлюбили ее маму. Пусть ребенок растет на свободе. Леша просто пришел подзаработать, а не с Таней в плане хайпа идеальная пара. А вот Грант нацепил картонную маску и троллит Безуса. «Я Алексей Безус», — говорит. «Я решил приехать на проект своей любимой Кати Гориной. Я понял, что мы должны быть вместе. Мы должны продолжить танец наших двух вселенных». Сам Артем ждет на проект девушку, отбивается от полянских красавиц, просит от него отстать. Чернов вчера кулинарила, готовила сердечки, и вдруг ей показалось, что кто-то их украл. Такой крик стоял на всю поляну. Потом она нашла свою еду, съела ее. А по ночам Черно поедает шоколадки. Так что дальнейшего снижения веса не предвидится. Нет предела совершенству, и вот Черно отправилась к лучшему косметологу Москвы, чтобы сделать себе красивый свисток. Кристина Бухенбалте пригласила жениха Ваню на необычное свидание. Ну а что удивляться, Антон и Марина ездили же на свидание в маникюрный салон. «Я сказала Ване, что мы едем на свидание, и он засветился от счастья. Но ты не знаешь куда. А едем мы на свидание к гинекологу». Ну а вчера у ребят было свидание-фотосессия. Поклонники пары с нетерпением ждут новые красивые фото. Вот Клава и Женя занимаются спортом. 20 отжиманий, 20 поцелуев. Малышка пашется рядом. У ребят настоящая любовь-морковь, и не поспоришь. Миша Козлов озвучил стоимость помолвочного кольца, а стоит оно больше $1000. Алена нынче самая счастливая. «Ну а когда будет свадьба? Может, летом, — рассуждает Алена. — А может, и в марте. Зачем ждать 5 месяцев? Хотя в марте еще холодно, она очень не любит холода. Значит, все-таки летом». Тигран Целебеков после расставания с ревнивой Екатериной все трется вокруг да около Насти Петраковской. На всех сторис ребята рядом и на кадрах будущих эфиров тоже. Это все новости на данный момент. Подписывайтесь, будем сплетничать. И заходите на канал Ирин Дом послушать мои авторские детские песенки.